Процесс пошел. Очередной репортаж. Черкесский талин. Черкесская ГЭС. Здесь была пристань. Все разрушено, все заброшено. Но есть вон там кораблики такие, в которых кто-то еще что-то делает. Рыбки ловят. Да. Вот дорожка. Говорят, что где я стою, краны были. И затягивали сюда на стапелях кораблей. Тоже все заброшено. Вот завершаем 360-градусный обзор этого шоу.